Хорошо. Так, ну что, у нас тут Алуштинское лесоохотничье хозяйство. Вот мы заходим, пойдем. Долина приведения. Да. Там какие-то есть камни, которые сорвались с вершины. Яйла. Да. Где? Динерджи Яйла. 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 Курить нельзя, сорить нельзя. Нужно есть. Между прочим, деревянная. Правильно. Все ребята за ЗОЖ. Так, сейчас мы будем спрашивать, что это за глыба, но я догадываюсь, предполагаю, что эта глыба упала вот сюда, с самой вершины. И я еще слышала, что тут находились люди, по-моему, там какие-то, да, работники. Ты знаешь, я эту историю просто не застала. Не застала? Да, я вот послушала. У меня с самого утра сегодня такие истории, то что я сегодня не в силах слушать, на кого что упало. Так, пойдем сюда. Дерево. Орех, может... Юля. Смотри, на нее можно забраться. Пойдем. Не знаю, давай. Ты знаешь, мне кажется, я упаду с нее. Ну, мы давай. Здесь надо просто мастерски подняться. Кому-нибудь. Давай посмотрим здесь. Смотри, здорово вырезано. Орех, Юля. Не смотри, вот здесь он, кстати, да, с ореха прыгал, да, по-моему, прыгал. Вот он. А ну-ка, отведи назад чуть-чуть. Посмотрите, вон Юрий Никулин. Как раз таки выгравирован его портрет. И вот этот орех, который был снят в Кавказской пленнице, когда она убегала, да, чтобы там они ее догоняли. Я слежу сегодня в своей памяти этот фильм. Сзади даже сделали зону отдыха, чтобы люди могли посидеть, насытиться этой энергией. Все-таки это такие мировые фильмы. Классно вообще. Очень здорово. У меня рука трясется после джипа. У меня тоже было такое дело. Так, что тропа урочище. Она ведет туда. Пойдем туда, надо туда. Тропа ведет. Налево пойдешь, судьбу свою найдешь. Коня найдешь. Да, справа пойдешь, на джипе поедешь. Класс, вот все здорово. Ну тут единственное, конечно, люди. Все прекрасно. Да, люди. Все прекрасно, много. Кроме я людей. Думаю, да. Лена, смотри, какой чертополох. Что это? Он тут не растет. Эта тропка, наверное, уже ведет непосредственно туда, в горы, да? Ну да, смотри, приятный такой подъем. Все в зелени, все в красоте. И не очень, я думаю, тяжело будет подниматься. В принципе, нам-то... Что нам молодым? Да, красиво. Не привыкать, но вот если с детьми, к примеру, на экскурсии или с родителями... Вот, то... возвышается так красота. Ну, вообще, я вот, честно говоря, очень довольна, что мы приехали именно в это время года. Потому что сезон сезоном, а сейчас... буйство красок, ну, душу не оставляют в покое. Глаза и душу, да, и все органы остальные. Да, да. А если все поездить, как мы ездим, то ребра будут благодарны. Да. Весь организм возрадуется. Это, знаешь, как осиная талия. Да, новая реклама. Да. Мне кажется, все равно кайфово.